воскресе из мертвых, смерть их смерть поправ, и сущим в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть их смерть поправ, и сущим в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть их смерть поправ, и сущим в гробе живот даровал. Господи, благослови все занятия, открой наши сердца к принятию слов Твоих. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение Отец и Святой Дух. Аминь. Господи, благослови. Христос воскрес. Истинно воскрес. Евангелие от Матфея, 13 глава, 7 стих, это страница 100, первый том толкования блаженства Филаха. Мы продолжаем с вами изучать главу притчи, как можно назвать эту главу, от Матфея, 13 глава. «Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его». Толкование. «Это те, которые заглушают слово житейскими заботами. Так богатый, хотя, по-видимому, делает доброе дело, но его дело, которому препятствуют житейские заботы, не растет и остается безуспешным». Ну, не только богатый, конечно же, здесь очень кратко сказано. Бывают и бедные так заняты, что все, некогда в храм сходить, некогда Библию читать. Сколько мы по деревням ездили, часто так люди говорят, да когда нам читать? Ну, вообще некогда действительно, если душа занята, прилеплена к другому. Господь говорит, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. То есть сокровище в земном, земная жизнь, больше ничего у человека нету, то и когда ему действительно читать? А есть время на это? Конечно же есть, но просто душа предположена. Смотрят сериалы какие-то, смотрят спортивные мероприятия сейчас, чемпионат мира тут в России, хоккею, этим души заняты. А вот чтобы Библии посвятить время, открыть Евангелие, да еще таким крупным шрифтом, Господь нам позволяет это распространять. И сколько отзывов, ну вот, часть я отвез заяву, там сестра распространяет, насколько это благодарно. Ну, в основном там сестры ходят в храм, да, мы видим, что большинство старушки или там пенсионеры, женщины, а мужчин-то немного. И вот насколько благодарны сестры, потому что уже зрение-то теряют, 60 лет и под 70. И вот эти Евангелия, благословенные издания. Вот. Но это все через Барнаул мы получаем, через Ольгу. Вот за нее надо молиться, чтобы Господь направил ее на путь, так сказать, истины. Ольга Ворова, если кто не знает. Так, дальше, 8-9 стихи. «Иное упало на добрую землю и принесло плод одного 100 крат, а другое 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышит, да слышит». Толкование. «Три части семени погибли, уцелела только четвертая, ибо немного спасающихся. О доброй земле говорит после, дабы подать нам надежду покаяния. Ибо всякому можно сделаться доброй землею, хотя бы кто был каменистая земля. Или лежал, как дорога, и попирался демонами, или же был бы тернистая земля. Не все принявшие слово приносят плод одинаковый. Один приносит 100, например, тот, кто совершенно нестяжательный, ведет строго подвижническую жизнь. Другой 60. Это, по моему мнению, общежительный монах, который еще и житейскими делами занимается. Третий приносит 30. Это человек, избравший честный брак и со всевозможным усердием упражняющийся в добродетелях.
Смотри, благодать Божия принимает всех, как много, так мало, и средственно приносящих плод. Имеющие духовные уши должны понимать это духовно. Ну, обычно, да, говорят, что те, кто больше приносит, это там какой-нибудь монах, пустынножитель. Но я хочу вспомнить жития святых, несколько случаев из житий, что подвижники, затворники, монахи молились, и Господь им отвечал, ну, может, не непосредственно так, а как-то в молитве. Бывает, на сердце положит, Господь же по-разному отвечает. Что есть выше тебя, этого подвижника. Но у него был вопрос, достиг ли кто такой духовной жизни, как я, кто еще выше есть. Антоний. Ну, то есть, да, были случаи, что там Антоний Великий, еще там ряд случаев. И Господь направлял куда их? В монастырь, в пещеру? Город. Нет, иди туда, в город. Ну, пошел он в тот город, две сестры там живут, они замужние. Ну, как вы тут живете? Да как, ну, живем мы нормально, ничего, с рукоделием занимаемся. Так вы чего-то достигли. А что мы достигли? Мы вот сегодня с мужьями были, мы ничего не достигли. Ну, мы никогда не ссоримся, живем мы. И вот этот монах и получил урок, что живут в миру, оказывается, не ссорятся никогда, и можно достичь высокой жизни. Другой случай, ну, я просто сейчас не помню их. Может быть, даже Марк, Марк Подвижник или кто-то, могу ошибиться. Пришел, Господь его привел в город к сапожнику простому. Ну, давай его расспрашивать, ну, делай свое дело, молится. Какая у тебя молитва? Все спасутся, один я погибну. Ну, то есть... Настолько смиренный, делает свое дело, добросовестно делает, никого не обманывает. Бывает, знаете, как обувь сделают, и она развалится, уже неделя пройдет там уже. А деньги берут столько же или подороже. А этот добросовестно делает, но тоже получил урок. Так вот, такие многочисленные случаи, что-то может быть и не записано было, не все же записано в житиях-то. Но, да еще бывает так, что... Братья монаха поместим, а миряне, ну миряне где-то там, да? А оказывается, миряне тоже могут. Причем очень сложно мирянам, они постоянное искушение, об этом Златоуст говорит. Если подвижники, которые уединяются, они уединенные, у них тоже там искушение мощное, но этого мира-то они не видят, они не заняты этими делами житейскими. Только сейчас говорили, вот терния заглушает. Все заботы и заботы, то надо другое, третье. Как шутку наш брат сказал, что сестра, говорит, там согнулась в начале недели и к концу не разогнулась, вот и нету ее в храме. Но может так, может не так. Бывает, что такие случаи, что сами мы себе находим работу именно к концу недели и благовидную причину. Но надо же оправдать, самооправдать. Да, но бывает, что действительно такая работа, то покосы, то еще что-то. И вот эти тернии заглушают. Поэтому надо быть внимательным к себе и бодрствовать, да, чтобы у нас земное не превозносилось над духовным, а это зачастую бывает. Так, ну вот, кто дополнит по этим стихам. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый стихи, дальше продолжим. «И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет толкование». Видя большую неясность в словах Христа, ученики, как общие попечители народа, приступают с вопросом, так как вы имеете расположение и старание, то вам дано, а тем, как не имеющим старания, не дано. Знание дается и приумножается тому, кто имеет старание,
А кто не имеет старания и надлежащего смысла, у того взято будет и то, что он думал иметь. То есть, хотя кто и малую искру добра имеет, то и ту погасит своей бедностью. Не стараясь раздувать и разжигать ее духом и духовными делами. Ну вот, пример наглядный, школа. Еще один учебный год закончился, как-то все быстро, только 1 сентября, уже 20 мая. Ну, мы, конечно, потеряли, поускорили схему. Потому что до 31-го учатся. Ну, а мы как стахановцы, да? И вот как один ученик старания имеет, другой нет. И зачастую ученик говорит, ну нет у меня такого таланта там, или способности, а другого есть, и на это ссылается. Такая старание-то проявлял, нет. Но оказывается, что нет. Вот это наша лень, она и так вот в духовном. Вот. Вот не могу, говорит, встать утром пораньше. Так не могу или не хочу. Люди такие вещи совершают, это в телесном плане, что просто становится даже как-то неудобно. Да неужели я здоровый, не могу там что-то сделать, да? Там слепо, глухо, немая, оканчивает университет, фамилию сейчас не помню, это женщина у нас в России. Взять того же Власова, который на соревнованиях со штангой уронил штангу, позвоночник сломал там в нескольких местах. Вот, это было еще в советское время. И он разработал методику оздоровления постепенно все это. И снова вернулся к этой штанге. Зачем она только нужна? Ну, можно на этом случае, да, поучиться. И другие случаи невероятные просто. Фигуристка каталась она не в зале там, где катки вот эти, а просто где-то на реке или на озере, и там трещина, в эту трещину попала. И во многих местах сломала и позвоночник, и там что-то еще у нее было. Полностью парализованно лежала. И она мысленно отрабатывала вот эти движения, как говорят еще, ну это наука современная, она только начинает как бы это признавать, а некоторые не признают. Ментальная энергия, ментальная это мысленная. И стала помаленьку шевелиться, потом вернулась, опять стала кататься. Какой-то период прошел, долго. То есть, видите, как бывает, способности у человека еще настолько не раскрыты. Так вот, в духовном мы себя не раскрываем. И в 19 веке, наряду с Библией, с Евангелием, была очень распространена книга, издавалась Фомы Кемпийского, о подражании Христу. Вот, Игнат Тихонович начитывал. Хотя он католический, как бы сказать, подвижник, святой, ну, в каком веке тоже, я не помню, сейчас он жил. Но эта книга и для православных была, как скажем, популярна, по современному говоря, бестселлером. Да? И он говорил, чем круче, круче самоотвержение, тем спасительнее. То есть, если ты самоотвергаешься от своего «я», тем более вот, это спасительнее от своего «я». То есть, наше самолюбие, эгоизм, самость, вот это самооправдание, ну и так далее. Поэтому вот эту искру добра, о которой говорит блаженный Феофилак, мы часто гасим. Но всякое даяние доброе от Отца Света, говорит апостол Иаков, да? Гасим своей ленностью и самооправданием. Поэтому, оказывается, можешь ты очень многое, но не хочешь. И где вот эта грань «хочу» и «не могу» или «могу» или «не хочу» там, у учеников это часто проявляется. Ну не хочу, не могу. Мотивации нет. Мотивации нету, да. Как ее повысить, одна из сложных таких задач в школе. Мотивация. Особенно у современных детей, которые зачастую живут в виртуальных мирах. Да? То есть не к природе интересов. На примере лагеря тоже это видно. Такие были у нас дети, что ни к спорту, ни к природе, ну не то что спорт, а физические упражнения, там футбол поиграть, это уже не такой спорт, да. И зовут они, ну пойдешь в футбол играть, Кирилл, пойдешь, кто, я? И сидит вот такой, как мумия. Ну, то есть,
такая вот то есть не дано было этому ребенку или там, взрослому этот футбол. Вот мне, например, люди на рыбалку вот с такими глазами, с удочкой этой сидит. А я не понимаю вот этого человека. Но зато я могу часами сидеть, ковырять свои петельки. То есть кому что-то дано. Мы здесь видите, как узнали, когда его биографию, у него компьютерные игры в основном. То есть интерес ни к природе, ни к спорту. Это некая такая уже атрофированность души идет. Понимаете? А тем более божественное это все зарубается на корню, когда вот компьютерные игры, вот эти развлечения. Индустрия, она так построена, чтобы какие-то там, видите, реклама, насколько интересно. Рассказывают, здесь это было в Потеряевке, сейчас этих людей уже нету здесь, но что девочка там есть, сколько было, годика три, может быть. Тут сестра, она жила, потом уехала, говорит, захожу к ним, у них телевизор. Ну, она играет, ей телевизора не нужен. Но как только реклама, она прям туда вот вся. Все, внимание, все, там чего-то, а что там для тела, там, пища, вот это все на корню божественно бывает. Культ тела, культ именно вот этой красивой жизни, да, развлечения, индустрии. Ну, конечно же, мы должны смотреть, особенно за младшими братьями и сестрами, за детьми, чтобы эта их волна не захлестывала. А у нас Нина, Анфиска молилась, да, у Вали? Вот стоит всякое разное, вот это все ждет конца. Как только конечная молитва, она тут же вот встала, и тут же эти поклончики, и все. Откуда вот это вот? Духовное тут. То есть у них у детей вот есть, наверное, такие. У кого-то духовные, у кого-то мирские, у кого-то. Хотел дополнить, да? Ну, я напомню то, что по поводу духовного, если человек, когда вот, у него нет желания, да я так держу. Желание, например, человека к Библии, там нету, да, к молитве. То есть, я думаю, все от того, что, как вот в притче Соломона говорится 1.7, начало мудрости страх Господень. То есть, нет страха Божия. Он не задуматься о том, что будет за все отвечать, о суде Божием. Вот у этого Сираха 7.39 написано, что «Помни о конце дней своих, и вовек не согрешишь». То есть, помни, что тебе придется умереть, потом предстоит суд Божий. За все отвечать будешь. За свою лень, за это, то есть внутренне ты понимаешь, что совесть тебя осуждает. Что ты мог бы это сделать, взять в руки Библию лишний раз, там, почитать, помолиться, кому-то ближнему оказать какую-то милость, благодеяние какое-то. Еще есть у Якова, там говорится, кто разумеет делать добро и не делать, тому грех. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Все. Да. Так, ну и вот еще добавлю к этому месту, что мы прочитали. Вот кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, то отнимется и то, что имеет. Иногда человек и говорит так, что ну не дано мне то, что тебе дано. Ты уверовал, так твердо уверовал, и в храм ходишь, там заповеди стараешься исполнять. А мне не дано это. Так оказывается, ну, начинаешь потом беседовать, а вот это дано или не дано, от кого зависит? От самого человека. Какую ты почву сердца подготовил? Тут категории почвы. Или твердая она? Вот бывает, что ребенок не хочет там на занятия идти или в храм. Ну, конечно, большинство даже и сами по себе взрослые знаете, что неохота что-то делать даже в духовном плане, надо заставлять. Потому что существует враг или враги рода человеческого. Они постоянно нас стараются столкнуть на путь погибели. Да? Если мы спим, то они не спят. Если мы там мало едим, думаем, о, постимся мы. А те совсем ничего не едят. Да? Поэтому надо задуматься, а что он, какой досуг-то проводит ребенок? Что он там смотрит? Он сидит у компьютера. И какая почва сердца ему готовится? Оказывается, может быть, там и игры, и все, и твердая почва, вот занятия неинтересны. А вот надо что-то такое, ну давайте придумаем что-то такое. Но это чистое словесное молоко, блаженный Феофилакт, отец церкви, который призванный. Тревожно то, что не все ходят дети, тревожно очень. Дополнить нужно? Да. Вот, интересный стих данный. Некоторые современные психологи
когда проводит обучение, бывает часто приводит места из Библии. Вот. Ну, понятно, там речь идет о каких-то делах, о бизнесе, то есть они не про духовную сторону говорят. Вот. Но получается так, что некоторые законы, вот даже прямой закон, да, там, как, кому дано, значит, тот будет иметь вот, от Господа. То есть они действуют еще, понятно, в духовном плане и в нашей жизни просто. Вот. И психологи приводят, что если человек в принципе ничего не делает, вот, то, соответственно, у него ничего и не будет. Вот. А в Евангелии от Луки написано, то есть еще страшнее. Вот здесь написано, отнимется то, что имеет, а там написано, отнимется то, что он думает иметь. Вот, понимаешь, то, что... Ну, это параллельное место, да? Да, да, да. То есть тут можно как бы и с духовной стороны, и со стороны жизни понимать, что, в общем, надо иметь, стараться самому. Да, без труда не вытащишь рыбку из пруда, да, народная мудрость. Так, ну продолжим дальше, если нет дополнения. 13 стих. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют толкования. Вникни в это, ибо здесь разрешается вопрос тех, которые говорят, что иные бывают злы по природе и от Бога. Бог дает всем естественную способность разуметь должное». Иоанна 1.9. Откройте кто-нибудь. «А омрачает нас наша воля». Христос говорит, что естественно зрячие, то есть созданные от Бога, способными понимать, не видят по своей воле. И что слышащие, то есть от Бога созданные, естественно способными слышать и разуметь, не слышат и не разумеют по собственному произволу. Так, Иоанн 1.9. Евангелие, да? Да. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Сказано, что всякого человека, приходящего в мир. То есть вообще этот свет на всех разливается. Свет, я имею в виду, божественный. Ну и солнечный мы видим, да? Ну и вот Златоуст приводит такой пример. Ну, с закрытыми глазами. Куда ты пойдешь? Никуда. То есть ты пойдешь, ударишься, упадешь и навредишь себе или погибнешь, да? Так вот в духовном плане человек сам смежает духовные очи и все. Не хочу видеть, не хочу слышать. И хочу жить вот как я хочу. Я сам независим, говорит. На самом деле ты зависим. И очень сильно. Тебе, может быть, там легион сидит, скачет на тебе. Как это в житии Илариона Великого было. Молился он, вот святые, мы думаем, какие-то они вообще необыкновенные. Ну, из того же теста были. Только самоотвержение, как говорит Серафим Саровский, решимости не хватает, да? И вдруг отклонилась мысль. Часто бывает это в храме. Стоишь вроде в храме, поешь, а мысли уже где-то. Что-то там уже делаешь, думаешь, вот то-то надо летом сделать, то-то. Ну, так бывает, да? Так вот он отклонился мысли, на него бес заскочил. А он так это называл тело свое осел. Так, пренебрежительно, смиренно, что. И бес-то его так вот ножками своими, хотя это все, конечно, понимаем, что это не такое, это Бог ему позволил именно вот так вот материализоваться. Его ударил, он сидит на нем, ударил, но осел. И он перекрестился, Илларион-то, и тот брык и исчез, упал и исчез. То есть, видите, как. Вот... Вчера и сегодня документальный фильм хотел поделиться с вами. 84-й год, по-моему, там сентябрь. Бурили сверхглубокую скважину на Кольском полуострове. В советское время еще. И установили там чувствительный микрофон. И услышали вдруг там крики какие-то. Вот до 12 километров дошли. Вот. И этим явлением ни много ни мало спецслужбы даже занимались. Но в советское время, конечно, никто об этом... Где-то заметка там была, вот Игорь Дебунов, геолог, вспоминал об этом в какой-то газете. И прям фрагмент это в интернете даже поместили. Прям, ну, ясно, что это не рев там, какого-то льва или не мычание быка, а вот именно человеческие крики. И много-много или тысячи миллионов. То есть как бы вот люди мучаются, и крики такие. Но более того, здесь интересно, что бурение-то дальше у них не пошло. То есть там такие, значит, разговоры, что
как будто кто-то уже воспрепятствовал им. Вот. И они это прекратили, этот проект. И дальше уже в этом фильме говорится, что какие-то есть подземные жители, у многих народов там и мифы, и прочее, что вот такие есть тайны, непонятности. Но то, что вот эта вот демоническая сила, как она себя проявляет, это каждый верующий, даже не надо ему никаких доказательств, если бурение не скважины, да? То есть надо в себя будет посмотреть, пробурить туда скважину и понять, где там добрая мысль появится, где худая, от кого это. Это просто вдруг, ну, в храме находишься или еще где-то, и вдруг такая мысль приходит, совершенно безумная или чудовищная, да, там. Что это, от кого? Да нет. Поэтому... Да, сейчас, минуточку. Так вот, вот этот опыт духовный нам показывает, что вокруг нас этот мир, он не такой материальный, а какой-то иной. Постоянно идет борьба между землей и небом, как в одной песне поется. Между землей и небом война. А еще наши сердца, это как поле борьбы, Достоевский это выразил, братья Карамазовы. Поле борьбы между Богом и сатаной. Ну, пожалуйста, что хотел бы сказать. Да, бывает, то есть, ну, ты говоришь, безумное приходит мысль явное, и это видно, что это. А бывает, что вроде под красивое приходит мысль, какая-то даже прям такая благородная, а плоды, ну, и поступишь по ней, а потом плоды видишь, что они совсем завели туда, куда не должно было. Ну, бывают разные мысли. Вот у меня чаще, я же не отвергаю, что есть. Чаще вот такие мысли, они такие более мысли. Такие, уже, ну, так сказать, вредные, что ли. Хитрые. Да. Потому что написано «козни». А козни – это нечто хитрое, неуловимое, такое, коварное. Напрямую, если она на нас не воздействует, враг, то старается действительно под благовидными причинами. Поэтому, говоря об этом, я же не отвергаю, что красивых не бывает. Бывают прекрасные. Ехать туда, куда-то, там такой-то уже образ будет, там что-то у тебя будет, а ничего не будет. Ложь. Сиди где здесь, где родился духовно, и где родился, там и пригодился. Но это я не тебе говорю, ты там человек приезжий. Вот, а вообще говорю, что бывает, сатана строит всякие картины, куда-то надо ехать, и там... Мне уже даже подходили, говорили, вот туда поедь в село, там будешь батюшкой уже, надо же. Я сам не хочу еще батюшкой, уже меня батюшкой нарисовали. Все уже. Да. Сестра одна бывшая подходила, говорила, давно еще. Так, ну еще что? Виктор, какой радиус земли? 6300 с чем-то, ну, диаметр 12756. Получается, что они болели 12 километров куда-нибудь, уже насквозь ходили. Насквозь земли? Изучили насквозь земли. Нет, 12 километров всего. Тысяч километров? Нет, так это... А что, я сказал 12 тысяч пробурили? Да, 12 километров. Нет, 12 километров. 12. Он говорит, радиус тысячах, а пробурили 12. Да. Диаметр 12756. 12756. Ну там километры, может, я ошибаюсь. 12,5 больше. На 12 это все калорийный укус. Ну, да. И много вообще тайн. Ну это, брат. Что там такое в земле, да. А числа 16 глава-то, когда Господь отверз землю-то, туда провалились-то Аверон, Корей, Дафантов. Ну, да. Со своими прямо под землю ушли. Ну, более того, еще с фашистами там загадка, что немцы сумели так освоить Антарктику и там базы создать прям под льдом. Но это только предположение. Но задокументировано и рассекречены архивы, что американцы туда в 1946 году подплыли к Антарктике, их там разгромили, они потеряли там, а у них там уже авианосцы были, там мощная техника, то есть непонятно тоже, что там, вот, подо льдами там, но если лед, 4 километра там есть местами, есть там 2 километра, и там находили останки всяких там растений, отпечатки в том числе. То есть, и когда-то там что-то росло такое,
необычное. Климат был иной, естественно. Вот. Но опять же подтверждается библейское повествование о том, что великаны были, скелеты везде находят. Недавно в Грузии нашли тоже огромные скелеты. 3,5 метра, 4. Вот. А началось с того, что начали находить большие зубы. Ну, по зубам уже можно судить, что это такое. И причем вполне могут отличить зуб человека от животного. Поначалу это большой обезьяны думали, а когда уже точно исследовали человека большого, там по 3 с лишним метра. Это Голиаф всего будет 3-метровый. Ну, на циклопедии написано. Речь об исполинах, да, когда вот люди... Это так предполагает, да, может быть, и больше. Ну, то, что исполины были, это уже точно. И к тому же еще есть такой исследователь, Эрнст Мулдашев, он все по этим цивилизациям погибшим. Доктор медицинских наук, кстати, а еще и путешественник. И он, когда исследовал вот эти, ну, и пирамиды там и прочие, большие Стоунхендж в Англии, говорит, что просто великаны строили, иначе такие вот, как мы, не могли. Ну, кажется, все так просто, вывод, да? А вот никто не говорил об этом, а он раз и... Почему? Потому что современная наука, вот в особенно в советское время, она вообще, что Библии касалась, умалчивалась. Ну, советское время было, да, вот у нас. А тем более, что существовали исполины, нет, это такого быть не может. Теорию эволюции это не вписывается. Поэтому это все замалчивается. Более того, раскапывали их и посмотрели, скелеты большие, и тут же закапывали, чтобы никто не знал. Зачастую такое было. Так, ну ладно, мы маленько уклонились. 14-15 стихи. «Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Исаия, 6 глава, 9, с 9 по 10 стихи. Толкование. «По огрубению же сердца не зажмурили глаза свои, не сказал, чтоб Бог закрыл у них глаза, но они произвольно сами поступили так для того, чтоб им не обратиться, и чтоб я не исцелил их. Таким образом, по своей злой воле, они постарались остаться неизлечимыми и неспособными к обращению». Вот как страшно это на суде Божьем будет. Как сказано в Писании, что люди будут кричать, там, горы, холмы, покройте нас, да, чтобы от лица сидящего анца скрыться, что все это правда, а мы думали, что это миф. И это будет называться страшный суд. И вот эта неспособность к обращению, то есть нам дана свобода выбора, свобода воли. Опять же, мы говорили о помыслах, и свобода за нами. Или выбрать этот помысел, следовать ему, или же отторгнуть, да? Ну, это уже вот в «Добротолюбии» 5 томов, это вся борьба, в общем-то, можно выразить кратко. Это вот борьба вот именно со своими, ну не со своими, а вот именно с такими вражьими помыслами, но со своими страстями, да? Как подвижники этим занимались. Так, 16-17 стихи. «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Толкование. «Блаженны и чувственные очи и уши святых апостолов, а тем более достойны блажения духовные очи и уши их, так как они познали Христа, предпочитает их пророкам, потому что они видели Христа чувственно, а пророки только мысленно. Притом пророки не удостоились стольких тайн такого видения, как апостолы. Таким образом, апостолы преимуществуют пред пророками в двух отношениях. В том, что видели Христа телесно, и в том, что гораздо духовнее их постигли божественные тайны». Как пророк за
тысячу с лишним лет до Христа, до рождения Христа, Валаам, помните? Вижу, но не близко. Вижу звезду, которая восходит, да, над Израилем, то не близко. И так вот пророков, если брать, ну, Давид до Рождества Христова, сколько лет он жил? Псалмопевец, пророк, царь Давид. Тысячу. Примерно тысячу, да? Дальше берем сейчас Исаия, где-то 700 лет, да, до Рождества. И так далее. Вот последний пророк, это Малахия. Если я не ошибаюсь, Малахия за 400 лет до Рождества Христова. И все это отдаленно они видели. А тут сами они видят, слышат, осязают. И апостол Иоанн пишет о том, что мы видели, слышали, передаем вам. Сама любовь явилась на землю, самосущая любовь. Как же они блаженны были-то рядом. И они когда ходили, проповедовали под защитой Христовой. И что им надо-то было? А ничего, просто чтобы языками они несли благую весть. Приходили и говорили, вот такие чудеса. А он говорит, Господь, радуйтесь не тому, что вот эти вот чудеса, а что ваши имена-то в книге жизни вписаны. Так вот и нам тоже. Кому вообще много дано, с того и много спросится. Вы уже знаете, так вот я думал сегодня даже, вот несколько присыщен. У нас в духовном плане все есть. И стройно богослужение, и Бог дал нам такого батюшку, что он по правилам канона поступает, крестит, да, духовник. И епископ приезжает, и такие отношения с епископом, ну, обычно знаете же, что не так все гладко это происходит. И он с нами за столом сидит, митрополит. А там, опять же, враги там говорили, что нет у вас там епископа и все такое, и завистники или кто, ну, это другой вопрос. То есть, все у нас есть, и все равно вот это вот, если не бодрствование, нам же много дано, с нас спросится. Много спросится. То есть несколько вот пресыщенное состояние такое. А написано во второзаконии, тучнел Израиль, разжирел. И что дальше там? Не помню дословно, но что он отступил от Бога. Вот эта вот тучность, тук это жир, да. Вот, все есть, и стада были огромные, и вот стал Израиль отступать, поклоняться и Астарте, и Молоху, и кого там только не собирал-то, всех этих идолов. Вот. Поэтому в духовном плане, имея все, мы должны как-то это все мобилизовать, нести другим благую весть. Вот сейчас лето уже, и по воскресеньям начинать выезжать, ну, наверное, когда приедет наш брат Игнат Тихонович, начнем. То есть начать с тех, которые еще у нас повторно не объездили. Мы закончили это на Подстёгну, насколько я помню, или Клочки, уже не помню даже. Нет. Можно начинать заново. Клочки были. Вот. Клочка в прошлом были, да? Как-то другое село. Другое. Паново, наверное, были. Нет. Последний раз. Но... Нет, не Паново. Паново были. Не, у меня тут последнее. Вот в Панове мне чем запомнилось, что ну, человек уже такого возраста, ну, лет 60, может быть, ему. Я говорю, а что у вас дома-то так стоят? Ну, хаотически разбросаны, да? Тут улицы были, ровненько все было. Просто люди уезжали, кто что-то разбирал, кто-то потом разобрал, так. Все. Ну и вот у него горечь-то. Ну, вы знаете эту тему, разрушенное селение России, да? Советского времени. И как вот Геннадий Павлович рассказывал, что дедушка плакал. Так а почему это все происходит-то? Вот вопрос задать. Ну, наверное, слова Солженицына, это ответ самый точный в яблочко. Мы забыли Бога, одного и все. То есть вот эта власть пришла, человеконенавистническая, богоборческая, и дальше вот разрушение сел. И вот сейчас правители многие недовольны. А сколько правителей не будет, всегда будут недовольны. Это, потому что у человека нет связи с Богом. Вот эта волна благодарения у него отсутствует. Слава Богу за все. У него все это. Вот там не то, там не так. Там. Но они за свои будут отвечать, правители. Мы за них молимся, нам так Господь повелел, да? Что вот это все разрушение, это почему? Оно не на пустом месте. Люди забыли Бога, от того и все.
И от того такой правитель, может быть, посадил, говорит Господь, человека на главу нашу, то есть стал нами командовать, такой правитель, жестокий или не жестокий. Как было в житиях это, что нашелся бы хуже и посадил такого, то есть не нашлось худшего. И вот такое есть. То есть один там молился, это Фука, военачальник, совершил переворот в Византии и истребил все царское племя, там и маленьких, и всех подмел. Вот, и стал правильным, ну, диктатором стал. И вот один подвижник: о Господи, ну почему нам такого ты дал правителя? Да вот поставил бы другого, да не нашлось хуже. То есть вы достойны этого, и все. Так вот тоже, там, на урывках, когда бываешь, сколько спрашиваешь школьников, ну 23 уже, когда мы были, зимой-то еще. А было 70 с лишним, уже почти в 3 раза, ну не почти в 3 раза, меньше. И все меньше и меньше. Ну а сами-то как живут люди, как мы и живем, вот на себя посмотреть. Вот эти вот пороки, вот это пьянство, блуд, развращение, как они сегодня будут исчезать-то? Не нужна ли такая, как вот, вопрос уже такой, но я знаю, что патриоты могут обозлиться на эти слова. Нужна ли такая Россия, когда вот эта скверна всякая распространяется? Нужен такой народ? По Библии мы видим. Когда начинали отступать, и причем Валаам же посоветовал, что вы пошлите этих дочерей языческих, чтобы согрешали этот, сыны Божьи, ну сыны израильтяне. И все, вы так разрушите этот народ. Так и случилось. Так, продолжим дальше. 18-19 стихи. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Толкование. Сим побуждает нас вникать в то, что говорят нам учители, дабы и нам не уподобиться находящимся при пути. Можно сказать так же, так как путь есть Христос, то находящиеся при пути суть те, которые вне Христа, которые, то есть, не на пути, а вне сего пути. Ну, сам Господь говорит от Иоанна 14:6, что «Я есть путь, истинная жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот этот путь, ведущий на небо. Лукавый приходит и похищает, это часто очень видно, даже и светские, когда светские мы изучаем науки, дисциплины, там какая разница, физика, химия, говоришь и видишь, что похищает. Внимания нет. Нет, еще раз повторюсь, снова даже не слышу, хотя уши есть, и много-много раз. Но Ушинский говорил, что уши у ребенка чуть пониже спины растут, да? Эти уши иногда приходится прочищать, да? А иначе оно все там, ничего не услышит. 20-21 стихи. А посеяно на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня, не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Толкование. Многие, подвергаясь скорби от родителей или от каких-либо несчастий, тотчас произносят хулы. А гонение же сказано по отношению к тем, которые впадают в руки мучителей. Вот это постоянство и твердость необходимы. Иногда делают ошибку упрямый и твердый. Это не одно и то же. Вот. Упрямство – это отрицательное, конечно. А твердость-то – это твердость в вере, твердость в своих убеждениях. Вот. Это, наоборот, положительно. Поэтому вот эта твердость должна быть, чтобы не засохли на корню, когда вот какие-то искушения наступают. 22 стих. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Не сказал толкование, век сей подавляет, но забота века сего, не богатство, но обольщение богатства,
Ибо богатство в том случае, когда расточаемо бывает бедным, не подавляет, а еще возвращает слово. Возвращает, то есть оно растет больше. Термин же означается забота и пресыщение, так как они возжигают огонь и похоти и гиены. И как терния, будучи остро, вонзается в тело, едва может быть вынуто, так и пресыщение, когда овладевает душою, не скоро может быть искоренено. Ну вот, в народе говорят, в толстом чреве не может быть тонких мыслей. Да? Пресыщение за пресыщением – это печь для всех грехов последующих. Как я говорил, это добротолюбие. Там перечисляют подвижники страсти, на первое место чревоугодие. Чревоугодие отрезать, а как отрезать? Пост и все. Бывают целые передачи, это я был, когда в гостях у отца. Время покажет, смотрел и рассуждает. Вот у нас в России столько-то полных людей. И как это изменить? Ну как вот, извините, они целый час говорят о том, и о продуктах некачественных, и там что только не... Сам ведущий, он Петр Толстой, это потомок Льва Николаевича Толстого. Тоже такой плотненький он, и женщина еще там. И выступает. Беседы вообще? Время покажет, как изменить. Да как? Поститься надо. Пустую бред. И все вот говорят, Микина летит. Ну, дедушка мой сидит, смотрит, ну зачем он смотрит? Еще. Он-то постится. Таких дедушек у него. Брат еще. Да. В поте лица своего еще. Вот еще что надо. Да, работать еще надо, поститься. Ну, в лагерь приезжайте. Вот хотелось бы вот нового начального спросить. Сколько уже здесь? Месяц. Ну и как вообще самочувствие? Плоть стенает, плачет. Плоть стенает, плачет. У него день завтра идет. Но постепенно адаптация-то уже наступила. Мало-помалу. Мало-помалу. Еще до конца дня. Но когда ехал-то, у тебя были какие-то другие представления? Нет, мне не хватает Игнатия Тихоновича. Я вообще к нему ехал, чтобы как бы слово послушать живое. Ну ты не убивай, он скоро приедет. Да. И когда он даже, я понимаю, когда он приезжает, там еще жестче все становится. Но его пример, как бы его энергетика, ну так мужским языком говоря, я не знаю, как еще сказать, оно все равно тебя мотивирует. Да. Еще как? Еще крапивость, она тоже будет. Ну он даже не в таком возрасте. Почему я сказал? Ну польза-то есть или нет? Или вот что-то польза? У тебя уныние? Ну как уныние? Почему? Ну как, бывает уныние, что ты себя чувствуешь полным Г. Как бы вот. А вот от этого как бы что? Что-то не спорится, а так нет никакого... Полным гигантом, да? А? Полным гигантом. Что все можешь рядом всегда тихо сейчас сделать. И горы свернуть. Нет, я в целом-то доволен. А вот в монастырях ты жил? Призываю всех своих братьев и сестер, кто меня знает, в гости вот сюда к нам. Приезжайте, мало не покажется. Ну, свидетельство человека, я думаю, что, ну посмотрите на его лицо, он не зомбированный же какой-то. Искренне говорит. А в монастырях где ты жил? Ну, я жил в Окиной пустыне, готовил монахом. Рыбу жарил он там. Рыбу жарил? Слушай, вкусное послушание. Приблизительно. Ну, постепенно меня туда. А продолжительное время был там? Ну, я весь пост провел, до поста Великого приехал. Ну, вот у тебя... Пасху встретил. Ну, сравнить-то можно? И там-то ты трудился, рыбу жарил или еще что-то делал? Ну там тоже было. В духовном плане польза была там? Ну тоже была, конечно. Там вот на таких местах, где вот как бы распорядок, дисциплина, вот утреннее вставание, там молитва, всегда проявляются страсти. Ты прям начинаешь их видеть, они из тебя лезут. Ну, соответственно, если ты правильно относишься, как нас учат. Как учат святые отцы, да, что ну, ты, смирение какое-то появляется, дымение проходит там. Ты мнишь о себе, в городе живешь, там мнишь,
что ты не как все... А во сколько там подъем был в Оптиной Христе? Тут же рано, в 5. 5? Ну, здесь раньше. 400. Как закат, вроде в 5. Там же идем на полуношницу, потом на послушание до завтрака. Ну, там хорошо было. Но это было давно. Последние отзывы я об Оптиной Христе не слышал, что лучше не говорить. Что там творится? Ну, я тоже читал, что там очень много посетителей, паломников. То есть уже вот такое, как бы, ну, если грубо говорить, проходной двор, что ли, да? Прав, не прав я. Ну, это еще цветочек. Не только там, да, что во многих местах. Действительно, многие же стремятся паломники к таким местам. Вот. Но ты не сожалеешь, что здесь вот ты месяц живешь? Абсолютно. А то, может, вот там я бы что-то там сделал, тут прозябаю в этой дыре, как я говорят. Я тут вижу много, вот мне встречается, вот матушка, например, вот я сейчас не работаю, мне помогали, матушка Людмила. И, ну, эта личность просто меня потрясла своей работоспособностью. Вот лет 10 назад бы ты приехал, или 20, своей любовью к труду, ты бы увидел настоящий живой трактор. С утра до вечера. Мы уже в лагере рядом, у нас огороды были. Ну тогда еще Наталья Николаевна, старший воспитатель, я подмастерье, так сказать, воспитатель. И матушка. Ну она сажает картошку. Я не могу понять, она пляшет или сажает картошку. И вот так сдалека и смотришь, с утра до вечера она раз. А батюшка ходит, бросает. А потом, когда она выкапывает это все, я уже все, мужик, 20 лет назад-то я вообще был. А она все работает и работает. Вот это работоспособность. Баба Серафима, посмотри, пример. Самое, что меня удивило, то, что она любит это, и она от этого испытывает удовольствие просто. Некое такое, не знаю, как сейчас говорят, лайк на меня. Да, я говорю, матушка, ну, она пришла, компьютер, я думаю, не тайну, что пришла, там есть корешки, надо крыжовника, там что-то еще, какое-то растение, ну, там на этой территории. Ну, я говорю, давайте, что, вы помог мне, ну, куда, говорю, вам сажать-то, вам, может быть, надо о духовном уже думать. Ой, если я не посажу, я уже не могу. Ну, конечно, да, ну, то есть такой человек, что, ну, она агроном, поэтому у нее знания по этим... И работоспособность сейчас что-то сохранилось, а раньше это было. Так, в общем, нет такого у тебя сожаления, слава Богу, да, что ты здесь. Ну а дальше лагерь начнется там. Я хотел бы, чтобы вот сын приехал, помолитесь. Помоги, Господи. Ну это видишь, это та сторона у тебя должна быть. Анастасию, чтобы сердце смягчилось. Да, это без ее как бы согласия это не решить. Это только вражда может быть. На крещение должны приехать люди. Ну, я так местами ролики просматриваю, полистаю. Редко, когда один ролик, он на технике, он плодовитый, отец церкви, то есть там у него столько роликов, что... Вот с Беларуси на крещение, зовут Игорь, с своим другом, с Казахстана собирается, там просто поделюсь с вами радостью этой. Алексей Матюшин фамилия, да, он ведет работу, и там женщины, которые собираются приехать на крещение православной крестьянки, благочестивые. Поэтому Господь еще соберет, если даст Бог, может даже не... Вот в прошлом году 12 было по числу апостолов, что интересно. А в этом году, может, еще... Так... По 70, ну, может, и... А вот эти два гнезда в храме, которые, это на крещение свили, да, птицы? Это в каком году еще было? Это давно уже было. Давно. Ласточки. То есть, как псалмопевец говорит... А потом проверил. Да. Что в алтаре твоих, Господи, Божьи силы, ласточки. Вот это все по слову Божьему так получилось. Кому показываешь, вообще удивляется. Так, на 23-м, да, мы остановились? Посеяно же на доброй земле означает слышащего слова, разумеющего.
который и бывает плодоносен так, что иной приносит плод во 100 крат, иной 60, а иной 30. Толкование. Виды добродетели различные, различные и преуспевающие в духовной мудрости, смотря по тому, сколько кому дается по чистоте сердца. Заметь же, какой порядок притчи. Прежде всего нам надо услышать и уразуметь слово, дабы не уподобиться тем, кои находятся при пути. Потом должно твердо содержать слышанное в сердце. Далее быть нелюбостяжательными, ибо что пользы в том, если услышу и удержу, но пристрастием к богатству заглушу слышанное. Вот. Услышу, удержу. Вот только я услышал, и все. И больше никому не скажу. Буду молчать, затворником стану. Притча о талантах. Притча о талантах. А вот давайте сейчас, коль я преподаватель, сейчас я вас и проверю. В церкви что сегодня читалось? Православие. Евангелие какое? Про расслабленную это тема. Евангелиста. Иоанна. Глава какая? Расслабленная. Пятая. А так, а апостола что читалось? Про Тарифу. Тарифа, Серва. Деяния. Деяния, этих апостолов. Да, ну главу-то я и сам не помню сейчас главу. Кто-то помнит. Вот такое чтение. А бывает так, что выветривается. Я сам себя ловил на мысли. Вот, а когда уже внимание проявишь, вот запомнишь и немножко повторишь. Ага, такое-то, такое-то место. Тогда все зафиксировано. Вот когда с детьми беседуешь, тоже часто у них-то внимание и поменьше бывает. Да, для них богослужение длинное. Особенно в лагере, когда узнают, о, батюшки нету, видно, что радость на лице у детей. Ну, покороче богослужение. Вот ему не говорите, батюшки, ладно? Да, он сам знает. Ему не дети, он даже бабушки об этом говорит. Да я знаю, что он знает. Вот. Ну, а когда выбор такой, Игнат Тихонович, бывает там, ну, бывают разные же категории детей, да, которые даже, как это вот по современному, не воцерковленные, да, но иногда бывающие в храме с бабушкой или с, там, с мамой. И выбор, так там, ну, я не помню, Коля или как его звать. Ну вот тебе дрова пилить или в храм? Дрова пилить, руку поднял, стою, дрова пилить. Вот так вот, такая ревность по дровам. Не дров напилили, или в храм сходить? Нет, почему? Там что-то надо напилить. Конечно, тут надо заниматься помимо храма тоже, объяснять вот это, много тут. Еще легко запоминать, когда конкретные какие-то действия были. Бывает рассуждение, конкретно Христос там чему-то учит, тогда вот иногда даже бывает не запоминается. А когда четко больной пришел, выздоровел, Петр пришел, воскресил, там более запоминается, как бы, да. Тем более детям. Ну вот я это, так вот беседовал, ну довольно-таки подробно пересказываю, память такая цепкая. Хотя отрок такой пронырливый, везде гуляет, везде ходит, а память цепкая у него. Даже я так подумал, и я не расскажу, наверное, так подробно, прям вот все четко. Но ясно, что дома видно, читает, и он расскажет. То есть вот этот отрывок евангельский, ну вечером такой. Вот. Ну дай Бог, чтобы дальше было. А вот в школе у него с трудом, конечно, сеется. Ну один в поле, говорит, не воин. Когда был, там, помню, Ося еще один был. Это нет интереса, стимула. А когда Валя появилась, Шарина, они вместе учились, то сразу какая-то попытка соревнования, да, и стимул появляется, и интересно, ну, друг друга дополняют как бы. Ну, это понятно. Так что одному тоже сложновато, конечно, и как-то неинтересно было. Может, там один гуманитарий, другой технарий. Да, да, это тоже. Я это замечал. Вот два человека в классе. И смотрю, они уже сейчас в Барнауле, наши бывшие ученики. Вот одному такой вот, ну как это назвать, значит, с чертежами. Он раз-раз сразу начертил все.
Вот. А девочка сидит, она подольше соображает. Наоборот, какая-то задача там не связана с чертежами. Она раз сообразит, а у него заторможено. То есть это уже способности такие, да, проявляются. Ну и школа, конечно, должна выявлять, обнаружить этот талант. Тоже беседу с учениками. Вот. Ну нет талантов, говорит. Да как такого быть не может? Есть они просто бывают зарыты, не знаю. Вот школа должна помочь выявить этот талант. Мне кажется, учительская школа прям заточена именно под выявление и под акцентирование тех талантов, у того направления, вот, ребенку можно помочь развить. А мне кажется, вообще в школах этим не занимаются. Потому что иногда ребенок уже взрослый, а какой у тебя талант? Он понятия не имеет вообще, что такое. Нас этому вообще никто не учил. Ну где-то в Библии говорится. К сожалению, не занимается. К сожалению, никому это не надо, как бы. Вот. А оказывается, что 6 или 7 миллиардов человек, и Господь каждому дал как минимум один талант, а может быть их несколько. Кому-то легко их раскрыть, вот, а кому-то нужно долго там всю жизнь копаться, чтобы раскрыть. Вот. И это труд Божий. Да, из истории известно, что писатели даже до 50 лет не писал, а потом стал писать. Это, если не ошибаюсь, Аксаков. Вот. Другие тоже не сразу там. У некоторых музыкальная способность с малых лет, 4 годика, уже он услышал мелодию и воспроизводит. Да еще и сочиняет там какие-то фуги. Вот. А другой потом у него проявляется. Так, ну у нас... Обычно час, да, что единственное православное. Еще одну притчу, или на этом остановимся? Давай. У меня замерзло, да? Ну, чтобы разогреться, у меня небольшая статья, называется «О культуре здоровья и болезни тела». Но вопросы какие по Евангелию, по толкованию, дополнению нету, да? Это протоиерей Олег Стеняев в журнале «Душа». О культе здоровья и болезни тела. И вот такие вопросы. Как связаны душа и тело? Нужно ли печься о телесном здоровье? Почему без заботы о душе бессмысленна забота о теле? Чем опасен культ здоровья? На эти вопросы отвечает протоиерей Олег Стеняев. Кстати, был в Потеряевке. В каком году, я не знаю. С Игнатием Тихоновичем встречался. К сожалению, сейчас существует некий культ человеческого здоровья. Речь идет даже не об исцелении от недугов, а о такой бесконечной профилактике всевозможных заболеваний. И мощная индустрия предлагает нам по разным ценам обеспечивать нашу безопасность с точки зрения физического здоровья. Это становится настоящей манией. Люди готовы любой ценой, даже ценой иногда компромиссов с собственными христианскими убеждениями, стремиться к физическому благополучию и физическому здоровью. Но парадокс этой ситуации заключается в том, что как бы человек ни старался обеспечить здоровье своему телу, как бы он ни заботился о своем теле, мы знаем, что оно точно умрет, точно разрушится в земле и вернется в состояние предсуществования, в состояние праха, из которого Бог и создал первого человека, как сказано в Писании, Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного». В этой жизни мы не можем сохранить наше тело, мы не можем исцелить его от всевозможных недугов, оно обречено. И Священное Писание показывает нам, что день спасения нашего тела – это когда наше тело воскреснет и облечется в нетление. Когда этот механизм старения вдруг запускается, непонятно. Тоже смотрел ряд научных фильмов, вдруг начинает он действовать. Механизм старения, там какие-то вещества появляются, не выводятся из организма, накапливаются, и все, и сморщивается кожа, и вот уже, вроде молоденькая была, уже старушка, в зеркало смотришь, да? Так вот, это как раз тот механизм, все согрешили, лишены славы Божией, возмездие за грех смерть. Но наука это как, им надо же научные данные. Чем же... В таком случае мы должны более заниматься в этой земной жизни, спасением души. Потому что если мы свою душу не спасем в этой земной жизни, мы ее никогда не спасем. И вот настоящий парадокс. Мы менее заботимся о душе, которую только и нужно спасти в этой жизни.
И более заботимся о теле, о котором знаем, что оно точно погибнет, точно умрет. В этой жизни существование тела поддерживает душа. Если душа выходит из тела, то тело умирает, разлагается, гниет. В будущей жизни все будет наоборот. Когда душа выходит из тела, душа не имеет полноты бытия. Нет полноты страдания, нет полноты блаженства. Она как бы в преддверии блаженств или в преддверии страданий. Но когда наши тела воскреснут в день спасения тела, и наши души вернутся в наши тела, вот тогда тело сообщит душе полноту бытия. И в Писании сказано, в послании к Фессалоникийцам апостола Павла, «Дух и душа и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам 5:23. Именно так, сохранять в чистоте дух, душу и тело во всей целокупности человеческого бытия. Но забота о теле не должна превращаться в угождение своему телу. Это недопустимо. И стремление обрести здоровье любой ценой, когда человек обращается сначала к шарлатанам, потом к каким-то знахарям, каким-то колдунам, магам, чтобы они обеспечили здоровье, это неправильно в отношении к миру своего физического тела. Будем соблюдать здравое равновесие, чтобы и дух, и душа, и тело во всей целости сохранились без порока к пришествию Господа. Должны ли мы заботиться о теле? Должны. Нужно нам искусство врача? Нужно. Сказано, не пренебрегай искусством врача. Но это не должно превращаться в культ тела. Потому что если человек проваливается в такой физиологический гедонизм, это всегда кончается очень плохо. Ибо в Писании сказано, сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий дух от духа пожнет жизнь вечную. Галатам 6:8. Поэтому будем соблюдать некое такое здравое равновесие, чтобы и дух, и душа, и тело во всей целости сохранились без порока к пришествию Господа Иисуса Христа. Батарея Алексея. Ну и можно добавить, что попечение о плоти не превращайте в похоти, говорит апостол Павел. Да? Ну и мы говорили здесь, что действительно целая мощная индустрия во всех средствах массовой информации, индустрия развлечений, культа тела, здоровья, старается омоложение, да, и прочее, продлить жизнь. И о душе заботы вообще никакой нет, о душе речи нет, да. Иной раз так думаешь, вот передача патриархам по субботам, да, там всего 15 минут, но патриарх, глава православной церкви, а там какую-нибудь рекламу какого-то препарата растянут на полчаса. Ну понятно, почему так делать. Там и реклама, там большие деньги связаны, это все. А здесь духовное, вот патриарх иногда такие проповеди говорит на основании Писания. Вот. Помоги Господи, чтобы и так было дальше. И всего вот какие-то 15 минут, все, да и то там где-то урезано. То есть духовного не пропускают. Ну кому это, мол, надо? Они же там отбор особый, средства массовой информации. Но мы, конечно, не должны унывать, а должны сами наблюдать, говорит Господь, за собою. Ну и кто нам верен. То есть даже вот в этом малом пространстве великое может совершиться. Как и есть книга такая, «Великая мама», да? Потеряевка сюда приезжает, смотрит, фотографирует. И не то, что мы как бы хвалимся этим, а просто Господь позволил это через наших наставников вот это вот сделать, собраться здесь и жить благочестиво. Вот так, чтобы занятия проводить, тоже чем тут хвалиться, мы же не богословы, но слава, благодарение Богу, что воскресный день, тихо, мирное время, мы спокойно сидим, Библию читаем. Раньше этого советского времени ничего не было. А если можно где-то было собраться, то только чай мы пьем, как Игнатий Ильич рассказывает. Зашел человек в штатском такой, ну ясно, что КГБ, что тут делать, мы чай пьем. Они быстро перестроились уже, ну, там читали Писание, и все, потом поставили уборы кухонные, и все. Такое время было, так Библии где-то там вылавливали, там изымали, духовной литературы не было, и у людей жажда такая была. А сейчас все есть, я говорю, что пресыщены. В каждом доме Библия, а в сердце, в каждом ли она Библия?
Как один сказал, что не так, говорит, важно от корки до корки прочитать Библию, но важно, чтобы она сквозь твое сердце прошла, эта Библия. То есть услышал, поверил, исполнил. То есть жить вот этим, да, то есть исполнением заповедей Божьей, жить Богом. Это как вот естественно дышать, так и дышать молитвой, да, как можно так сказать, образно, духовной жизни. Богу нашему славу вовеки, Богу аминь. Ангел вопияши благодать, нечистая дева радуйся, и покелику радуйся, твой сын воскресит и небе над гроба, и мертвые воздвигну вы, люди веселитесь, светися, светися, новый Иерусалим, и слава Богу Господня, на тебе воссия. Ликуй ныне, веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородице, восстание Рождества Твоего. Господи, мы благодарим Тебя за тихое мирное время, за эту возможность склоняться пред Словом Твоим. Помоги нам, Господи, чтобы Слово Твое было растворено в нашей вере, чтобы мы услышали, поверили, исполнили. Ибо нам Ты многое даруешь, Господи, слава Тебе, но из нас спрос будет большой. И посети в этот час нищих, сирот, вдов, одиноких, страдающих, болящих, гонимых за веру, томящихся в узах за Слово Твое, в темницах, милующих, питающих нас, подающих нам милость, и всех православных христиан посети милостью Твоей. И благослови нашего пастыря, протоиерея Акима, сохрани его, возврати с миром. Добрый ангел-хранитель да сопутствует ему. Благослови и раба твоего, наставника и брата нашего Игнатия, дай ему душевного спасения, телесного здравия. Благослови детей наших, Господи. Помоги, Господи, чтобы посеяно Слово Божие возрастало в их сердцах. И нас, помимо милости Твоей ради, Тебе слава за все во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.